Вот такая вкуснотища на рынке, да? И жабы живые, сомики. И такие рыбки. Да? Да. Смотри, дружбан твой. Себаки. Видишь? Да. А вот лимонграсс. Лимонграсс, калангал. А вот листья кафарлайма. А вот это что такое? Не знаю. Перцы. Зеленый, красный. Огурцы. Вот это хрень, видишь? Которую кладут. Мы еще, кстати, вот такое вот ели. Вот такое. Ой, не знаю, может, мы и ели это. Смотри, это. А вот змеи, смотри. Как змеи. Как-то не так. Класс, да? Кэтфиш, рыбаков. Усатая. Сомик. Вот, смотри. Сомик. Какая вкуснотища, ладно. Угу. Что это? Такие. Обычные яйца розовые. Ты будешь себя, держи его этот. Специи. Они же сальверные только. Ну как это? Смотри, какие чипсы. Где? Мешки. Вот приправы для карри, видишь? Вот карри. Рыба сушеная всякая. Лапша всякая, видишь? Это, кстати, сыр. Да, это сыр. Который я люблю. Тофу? Да. Помидоры любые. Ну, вот это кофер-лайм, листья. Вот это вот, так мы и не знаем, что это такое. Да, мы так и не знаем, что это коричневое. Лайм. А вот рыбка. Hello. Hello. Красная вообще, да? Женщина делает рюшки такие вот. Наподобие этого, только маленькие. А, подожди, жареную я вот там брал, Лен. В этой части рынка. Да? Да. Оно тут тоже сворачивается уже. Сворачивается. А ты показал мою дрожку, которую у меня сегодня? Нет. Покажу. Какая-то пирожка непонятная, с кокосовой стружкой. Угу. Кукуруза в тазике. Угу. Мы, кстати, такую не попробовали с тобой. А вон там еще рыба, впереди. А? Плодость – это хорошо. Смотри, креветки какие, глянь. Лобстеры. Креветочки. Малышки, да, такие? Голубые крабы. Смотри, комса. Блин. Да. А вот, глянь, красавцы. Да, это вот она. Та, которую мы видим постоянно под водой. Да. Да, все.